Дорогие наши друзья, здравствуйте. Сейчас рысь Амазонка подготавливается к завтрашнему обследованию нашими ветеринарами для понимания, что именно с ней происходит, какие у нее есть проблемы. Конечно же, мы надеемся, что проблем у нее особых нет, но уже после заключения будет понятно, что происходит с ней и какой дальнейший наш план действий. У меня к вам еще новости. Значит, так происходит, что к нам обратились волонтеры, также с Камчатки, люди неравнодушные, которые помогли, очень сильно помогли. Я объясню, почему я так немножко замешкался. В общем, по той истории, которую нам рассказали, медвежонок этого года, то есть, ну, сейчас ему месяцев 10, был с матерью возле поселка, жилого поселка. Они ходили, и им встретился на пути взрослый самец. Самец начал пытаться убить медвежонка, самка стала заступаться, и, как следствие, самец, представляете, убил мать, начал убивать малыша, рвать его. Неравнодушные люди каким-то образом, каким-то чудом отбили этого малыша раненого от взрослого самца-медведя, и сейчас он находится в приюте для собак, проходит лечение. Министерство лесного хозяйства Камчатского края в курсе этой ситуации, сейчас подготавливаются необходимые документы, и, возможно, малыш приедет к нам на реабилитацию, лечение, ну и дальнейшую свою счастливую медвежью жизнь. Какая-то странная собачка. Леха, сало ему, да, иди? Закрыли медвежонка вместе с собаками. А за вольером морг. Вообще кошмар. Это, походу, вчерашний, который бегал на погодном. Наверное.